В селе Восточном из-за гигантского травяного пожара, подошедшего к забору местного детского сада, пришлось эвакуировать малышей и персонал дошкольного учреждения. В этом случае угрозу представляло не пламя, а дым, которым приходилось дышать детям. Решение сработать на опережение пришло во время прогулки. Воспитатели увидели, что по полю расползается огненный фронт, и решили не дожидаться неблагоприятного развития событий. Из здания вывели около 60 детей, за которыми оперативно приехали родители. Персонал не ошибся. Вскоре пламя бушевало у ограды и даже заползло на территорию садика. Следом прибыли пожарные, которые тут же запросили подмогу. Огонь угрожал трансформаторной подстанции, стоящей в зарослях травы. Давай его! Вот. Окрестности Восточного вечером среды представляли собой весьма унылый пейзаж. Трава горела гектарами. Обугленные дымящиеся поля оказались окаймлены упавшими деревьями, у которых обгорели прикорневые участки. По данным МЧС, за прошедшие сутки в населенных пунктах на территории Хабаровского края ликвидированы 80 пожаров. И только 7 из них затронули жилой сектор. Львиную долю выездов составляют именно такие километровые возгорания сухой растительности. Для ликвидации этих пожаров привлекались 607 человек. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Кошелева и Леонид Булдыгеров.